Лен, можешь, пожалуйста, поделиться своими впечатлениями о поездке, о местах, которые вы посещали? Что то, что сейчас у тебя на душе? Ну, это поездка, это подарок на самом деле. Я думаю, что каждая душа, она стремится к этой поездке, потому что каждый, побывавший на Кайлаше, побывавший в Гималаях, да, и ощутивший всю красоту и всю ту свободу, которую дают горы, и всю ту мистику, которую дают такие достаточно сильные места, захочет еще раз вернуться сюда и захочет, ну, по сути, наверное, получить освобождение от материального мира, чтобы соединиться с природой и почувствовать этот момент, когда есть только ты и природа, и больше ничего. Спасибо.